В преддверии Дня Победы пройдет акция «Виртуальный бессмертный полк». Она стартует 24 апреля и продлится до 10 мая. Акция позволит отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны без прохождения в колонии «Бессмертный полк». На срок проведения акции «Виртуальный бессмертный полк» необходимо заменить свою аватарку, персональную фотографию на личной странице в социальных сетях на фотографию своего родственника или другого участника Великой Отечественной войны, сражавшегося против фашизма. В акции может принять участие любой желающий, в том числе и люди, которые 9 мая выйдут на улицы с портретами своих родных и близких, дабы принять участие в грандиозном шествии «Бессмертный полк». Результатом акции «Виртуальный бессмертный полк» станет возможность увидеть лица людей, защищавших свою родину в годы Великой Отечественной войны, на страницах социальных сетей. Для создания фотографий в тематической рамке существуют специализированные ресурсы. В случае, если необходимо разместить две или более фотографий, то возможно создать коллаж, поместить его в рамку через указанные ресурсы и также разместить на личной странице в социальных сетях.